И что же, дорогие друзья, всем привет, с вами я, Овен Чудик, и мы сегодня будем звонить на незнакомые номера. Это уже вторая часть, да. Подождите, давайте я, что вам было круто, я вот так вот сделаю. Во, вот так вот круче, гораздо круче, да, согласитесь. Значит, слушайте, сегодня мы будем опять звонить на незнакомые номера. Мы будем говорить... Ну, посмотрите мою первую часть, я там уже все объяснял. Я ссылку на первую часть оставлю в описании. Там, где я трогал незнакомые номера, ставлю в описании. Я уже набрал тут номер, и сейчас мы будем звонить, и он сбросил. Так, интересно. Нет, я буду молчать, когда там будут все время не работающие номера. Есть. Так. Здравствуйте, меня зовут Николай, я из компании Contact Trail. Как вы сказали, компания? Contact Trail. А что такое? Компания. В чем она занимается? Там производят... Ай, ладно. Вот. Лол. Contact Rail. Это с английского контактный рельс. В метро. Вот видели, да? В метро же есть контактный рельс. Вот. Компания называется Contact Rail. Да это не сбрасывают. Это я не нажимал никуда. Чё там прям автоматически сбрасывается? Так, какой-то адекватный человек уже нашелся мне. Аппарат абонента выключен. Абонент временно заблокирован. Абонент. Говорю же, когда... Будут несуществующие номера, либо недоступны, я буду молчать никого. Просто ничего не говорить. Абонент временно заблокирован. Абонент временно. Перемотайте видео, если вам не так уж и интересно. Абонент заблокирован. Абонент. Да, есть. Так.
в управлении приспусковым подогревателем Toyota. Блин, что это было вообще? Так, ладно, продолжаем. Алло. Алло, это услуги муж на час? Че? Это услуга муж на час? Нет, я не понимаю ваше слово. Услуги муж... Я не понимаю ни одного вашего слова, там сказали. Не понимаю. Она не русская, что ли? Нет, вроде говорила по-русски-то. Все-таки. Чё ж, надо все-таки понимать. Абонент в сети не Здравствуйте, это компания Contact Rail или кто это? Нет, это не компания. А это не компания? Ну, а, это, а, может как-то дозвониться? Ну ладно, до свидания. Дозвониться можно как-то. Просто у меня, ребят, у меня просто нет идей, что говорить, правда. Просто единственный вариант это просто сплагиатить у других ютуберов, как они там звонят. Это единственный вариант, что можно просто взять и сплагиатить. То, что там другие ютуберы... То, что там другие ютуберы говорили. Если так говорить. Просто да. Сейчас все-таки еще раз скажу вот про эти услуги муж на час. Пользователь занят. Понятно. Ладно. Так, давайте звоним дальше. Аппарат абонента выключен. Данный вид связи. Просто оставайтесь на линии. Разговаривать. Временно
Алло. Алло. Алло, я вам... Да. Я вам звоню, чтобы сказать, вам не нужны услуги муж на час? Ну ладно, не нужны, ну тогда ладно, до свидания. Так, да просто там, знаете, я как бы, я звонил на незнакомый номер, просто там как бы не ответили, ну потому что мне ответили просто, вот, знаете, не ответили. Вот, просто мне потом этот человек перезвонил, и я ему сказал, то есть он не знает, что у меня там не получилось ответить, что-то не получилось у него ответить. Зачем мне муж на час? Ну как зачем? Ну чтоб там полку прибить, плинтус заклеить. Это я... плинтус заклеить, полку прибить. Это я... это, знаете, есть такой канал Маккул. И там видео такое называется «Звоним на рандомный номер». И там он это говорил, но... на самом деле он там говорил «муж на дом», а не «муж на час». А я говорю «муж на час», видите? Зачем мне муж на час? Ну, конечно... Ой, не зарегистрирован. Ой, не зарегистрирован. Как мне это бесит, я хочу умереть. Абонент временно заблокирован. А, опять занят, господи, боже мой. Так, давайте еще раз позвоним кому-нибудь. Приветствует автоответчик. Сейчас я такое смешное сейчас скажу. Сейчас такое смешное скажу, я придумал. Абонент временно заблокирован. Я сейчас такое смешное скажу, вы даже не представляете. Хотя нет, лучше не надо. Алло. Алло, это вы бульдозерист Виктор? Ребят, как балуются? Забудьте это. Что? Чего? Чего? Ой-ой-ой. Вы это слышали? Вы это слышали? Бульдозерист Виктор, это я тоже у одного ютубера стырил, Котик Плей. Котик Плей стырил одного ютубера. Слушайте, что даже перепугался маленько. Ребят, хватит баловаться. Подождите, знаете, мне кажется, там какому-то человеку, наверное, тоже звонили какие-то люди. Он просто не записал их контакты. Просто, наверное, не записал их контакты, вот. И он, наверное, подумал то, что это они же ему позвонили, но на самом деле это был я. То есть, ну, вот так вот, как бы. Ну, не знаю, может, он серьезно просто подумал то, что реально это балуется кто-то вообще. Да, интересно. Слушайте, ребят, ну... ну, в общем, да. Так, видео уже 14 минут идет. Ну, для вас оно, наверное, короче идет, не знаю, просто я смонтирую ли я это видео или нет, посмотрим, в общем, ну, в общем, посмотрим, сколько видео идет минут, потом посмотрим. Так что ладно, ребят, давайте, всем спасибо за просмотр и всем пока!